Добрый день, я сейчас нахожусь в Сокобане. Рада приветствовать вас на своем канале. Расстояние от Белграда Сокобане находится 220 километров, от города Ниш 60 километров. Вот сейчас вам покажу. Баня, если перевести с сербского, это означает как курорт, санаторий. И банями в Сербии называют там, где находятся термальные источники. Сокобани, их 6 термальных источников. Ну, идем дальше. Если посмотреть, сейчас находится очень много людей. Сейчас покажу, переключу вас. Бобан у меня ищет паркинг. Нашли паркинг один. Так там стоимость первого часа 200 динаров, второго часа тоже 200 динаров. И там уже потом следующие, если на сутки ставите, то 100 динаров. Но мы нашли паркинг-зону на красное, на получается 40 динаров первый час, а если на целый день, то 165 динаров. И вот он пошел перепарковываться. И мы договорились с ним встретиться где-то в центре, около кафе. Там, где горят фонари. И пока он найдет парковочную зону. Вообще Сокобани считается самый большой курорт в Сербии. Ну, хочу сказать, что курорт Сокобани — это самый большой курорт по численности населения, 16 тысяч населения, климат умеренный. И свое название он Сокол, это сокол по-сербски, значит, Сокобани, да, и он еще очень древний курорт был, очень давно, еще, по-моему, Обренович, он послал своих известных и уважаемых вельмож, чтобы они здесь лечились, и с тех пор этот курорт считается один из самых знаменитых и самых лучших курортов. Что я вам хочу сказать, что в Сокобани есть множество достопримечательностей, которые можно посмотреть. Это ресторан в горе и старый город, который называется Сокоград. Вот, что я вам хочу сказать, что рядом с Сокобани не находится ни одного промышленного производства, вообще нет. Так, ну продолжаем, да, пришел Бобан. Так вот, значит, санаторий Сокобаню окружают горные цепи с трех сторон. Это Девица, Ртань, Буковик. И они, вот эти вот горные хребты, хорошо защищают Сокобаню от ветров. Вот вышли мы на пешечку зону. Здесь полно ресторанчиков, лавочек, магазинчиков, пекарень, аптек, банков, что хотите. Очень много туристов сейчас. Вот. Курорт имеет у сербов очень большую популярность. Пойдем, Бобан, в тенек. Я уже сказала, что это начал Обренович. Вот Обренович. Чем же знаменит и что лечат в Сокобани? Как я уже сказала, в Сокобани 6 термальных источников. Здесь есть центральная купальня, хамам называется, которая находится святой источник Архангел. Температура 43 градуса. Это похоже вода, как вот я вам рассказывала, показывала, ждрела баню. Покажу вам. И источник преображения, там температура 53 градуса.
Значит, в Сукабане, как я вам сказала, есть лечебные бассейны, и также здесь устроены турецкие бани. А вообще нахождение на воздухе Сукабани положительно и благотворно влияет на ваше здоровье, то есть на лечение нахождение в воздухе радиоактивного газа помогает лечению болезней дыхательных путей. И еще есть два минеральных ключа, да, которые бьют в купальне банница. И там уже температура 36-39 градусов, и во второй там 15 градусов. Вот. И каждый минеральный источник, ключ, применяется к одной конкретной болезни, которую лечат. Это ревматизм, артрит, болезни сердца, например, такие как ишемия, да, сердечная недостаточность и заболевания дыхательных путей, бронхиальная астма, там, допустим, или бронхит, и также нервов и психики. Ну, кроме того, термальные источники Сукабани еще помогают восстанавливаться после, например, спортивных травм или аварий, также, как я уже сказала, и нервных таких вот болезней. А что интересного, на территории курорта есть школа действующая для астматиков, которая помогает вот больным справиться с симптомами болезни, а также и школа для курильщиков. То есть помогает людям бросить курить, избавиться от этой пагубной привычки. Ну, такой совет, что если вы находитесь в Сукабане, то в термы лучше отправляться к 10 утра. Потому что в эти часы вы будете практически одни, никто вас не потревожит, люди будут еще спать. Людей очень мало. Ну, как я сказала, достопримечательности. Здесь много, значит, туристических агентств, вы можете заказать все туристической агенции. Также здесь есть аквапарк, недалеко находится аквапарк, и аквапарк работает с мая по октябрь. Вот, если у кого есть дети, вы можете вот. Также вот, да, что говорят про старый город, он открыт с утра до ночи, до вечера, можете посетить. Все это бесплатно, на машине туда не подъехать, нужно идти пешком. Ну, вот в городе много, видите, магазинчиков, и Сукабани — это не просто город-курорт, который дает прекрасное лечение, да, но еще вы можете завершить прекрасное увлечение, если вы любите ходить. Вот сейчас мы идем по пешечкой зоне смотреть, кто около магазина. Забыла сказать, что в Сукабане вы можете снять как приватное апартмане, так вы можете взять там направление Трача, да, Бубен? А Трача, если вам повезет, да, то вы можете попасть в эту Сукабани и будете находиться непосредственно, как это называется, в помещении, которое находится на территории лечебницы, да, насчет государства. Почему мы сюда приехали в этот раз? Мы привезли родственниц. Это значит, Бобана двоюродная сестра и бывшая невестка с сестрой. Они приехали, в Сербии пенсионный фонд устраивали такую акцию, что пенсионерам, у которых маленькая пенсия, и те, кто не работают, они могли получить ваучеры, да, я так поняла, Боба? Ваучеры и попасть вот в Сукабаню, выбирают, бронируют. Они тот месяц, когда они, и апартмане, да, они должны забронировать. Да, я думала, им будет как-то, они что-то получают от этого или просто приезд?
или апартманием оплачиваются? Нет? Только апартмане. Апартманием оплачивают государство, да? Да, договариваются, оплачивают. И вот они будут здесь находиться 7 дней. Хвала. И еда и все остальное без лечения будут находиться здесь. 300 евро. И то. Но и то они... Вообще сервы любят приезжать в такие бани, находиться вдали от дождик, киша, находиться и дышать воздухом. Мы зашли с Бубаном немножко попить кофе. И вот два капучино стоят нам 300 динаров. Ну, считайте, один к одному это 300 рублей. Да, получается? Да нет, меньше. А сколько? Меньше? Сколько? Сколько 200 сейчас? 200 рублей. 200 рублей? Сейчас так? Да. Вот. Ну, вот такие вот. Я вам еще покажу красоты Асокабани, ловчонки с, как они называются, с одеждами, с сувенирами, которые вы можете купить здесь. И мед продают, и все, что хотите. Ну, сегодня вот мы приехали, действительно, очень и очень много народу, много. Действительно много. Играет гармонист, не знаю. Наверное, включат. Вот такая вот красота. Это вот хамам. Услуги хамам. Ингаляция природным аэрозолем для детей и взрослых. И программы купания в турской купатиле. Какие-то ванны различные. И массаж различный тоже. Вот так. Идем дальше, смотрим. Очень приятный день сегодня, не очень жарко. Сегодня где-то сейчас вот 24 градуса. Когда мы ехали, было 22,5. Да, я заборадую. Нравится, Бобаны? Да, здесь хорошо. Посмотрите, как выложены дорожки, парк, все зеленое. Люди лежат на скамеечках, отдыхают. Конечно, здесь есть развлечения не только для взрослых, но и для детей. Вот. Катаются на машинках, там какой-то вообще парк с качельками, там не видно из-за деревьев. В общем, скучно не будет ни вам, ни вашим детям. Вот, пожалуйста, есть туристическая карта Сокобани. Вот, можете посмотреть, что вы хотите увидеть, где что находится. Все на одном месте. Искать ничего не надо. И, конечно же, контактные телефоны. Смотрите внимательно, есть даже email и есть сайт. И вот мы подошли к колеса счастья. А что они делают? Тут куда я знаю? Вот так вот они выглядят, они деревянные. И тут написано, что точка встречи. Миша Величкович в август. Может быть, надо потереть. И мы вам желаем счастья, удачи, берегите себя и своих близких. А с вами были Бобан и Елена. Пока-пока.